Так, ребята, вот такое дело, у нас опять басист с ударником исчезли. Поэтому нам нужны помощники. У нас есть фонограмма, поэтому уметь играть не надо. Есть люди, которые не умеют играть, но хотели давно. У нас есть шикарная басука. Таня, можешь показать ее? Шикарная басука из акустики и грифа от басухи. Вот, шикарная штука. Вот номер один. Если желающие немножко почувствовать себя музыкантом, дополнительно к тому, насколько он себя обычно чувствует. Вот, вот. Отлично. Почему сразу это? Отлично. Только еще старую здесь. Ну, я так понимаю, она играет. И еще есть играть. Звука не будет, так что можно не бояться, можно делать все, что угодно с ней. Да. Даже если она как-то сломается, то не сильно жалко там будет на самом деле. Я ее настраивал последний раз, год 3 назад. Я не вижу. Вот, еще у нас есть эта ударка, но я не знаю, куда ее здесь ставить. Вот в чем проблема. То есть как бы на рабочий жалко. На пол куда? Есть идея, куда его можно поставить? Нет. Ну, стулья там есть. На уголочек. Так это, подожди, это было такое. Нет, это, короче, было у Вани. Дайте ручной барабан, я вам подыграю. Лот номер два. Да, Вани, хорошо. Короче, знаешь, там шкана снесла. Кто давно хотел побыть барабанщиком? То есть, если шлопочка, то мы не желаем этот Андрей пацан. Вот будет пацан. Если желающий вот эти барабаны. Пока еще не настолько много выпили пива, да? А если появятся желающие на эти замечательные барабаны, которые не будет слышно, не беспокойтесь. Хорошо. Все, ну, спасибо за бас. У нас есть супербасист. Уже нету, да? Наигрался человек. Ладно. Я надеюсь, вы приступите позже. Тогда? Процесс. Тогда сейчас. Пару мгновений мы начнем. Я тебе снизу в контакте. Дух, да. Вот так, как. Я вас испугался, но как выставил, потом вернул мне Трек 01, пожалуйста, увидите создатель звука. Пылинки ночной кинчалась от байка на красный проспект. Принцесса прекрасной, совсем молодой, ей было всего лишь 75 лет. А я был с гитарой и пел, надеялся денег и немного добыть. Как вдруг ее байк присвистел, и вот он бросит ей дальше курить. Бьет по-черному бабуля, красотуля. Ты брутальная и прикольная бабуля, красотуля. Ривается в куре и пьяла на муке, бабуля, красотуля. И опять себе на становане. Сейчас там его будет целовать. We'll be right back.
Надумал к нам присоединиться в группу. Ну да. Я вижу глаза, которые хотят, но стесняются. Не нужно стесняться. Хорошо. Жги! Жжешь свет? Прям сразу? Ну ладно. Давай клавиши все. Сейчас клавиши будут. Сейчас клавиши. Сколько там, две ноты? Помни, не перепутай. Где какая? Где первая, где вторая? Сейчас. Ты издеваешься, я еле уже открою что-то. Не надо говорить об этом людям. Все. Ну что, ты готов? Ты готов? Я вообще не умею. Ладно. Так мы нашли друг друга. 0-2. Запускаем. Этого города ставят вилмакс. Хотелось бы поезде без остановок. Но как-то ночью мне приснилось, что куда-то подвига вовсе не долго. Что не знаешь радости символа долга. Уже стал на рельсы новой победы. И правда ждать пришлось недолго. Донесся туго дорога. Звук удара слышится от руля. По дороге рой очередного застранца. Снова все сурово, но без труба. Давай номер 13 не оставит без шанса понять. Осознай и исправиться. We'll be right back.
уроню его. Быстро сломаются танки, говорит его номер о том, что железно не боится проклятий боевой жестянки. Если ты за рулем, многократно подумай, хочешь ли стать и опять пешеходом. Ну ты хоть депутат и спасет тебя дума от железной облющей платформы народа. Почему вы играете так мало металла? Ну, извините, но вы не готовы играть его много, поэтому сейчас форма одежды номер два. Лосось и кру металл! Лосось и кру металл! Хорошо. Было бы, но нет. Баба, это конец. А что, стриптиз пошел? Да. Форма одежды номер два, я же сказал. Где ванны, Пионер? Дай нам кубу! Нам кубу дай! Никому не дам свою! Сейчас отбираю! Медленно надеваю на себя этот... Попрошу погромче! Шли! Да, Таня. Клавиши погромче! Правильно, верно! Клавиши, а клавиши больше! Пионер! Поздно! Главное, не галстук даже. Самое страшное, это шутка. Я думаю, что она должна быть для взрослого человека. Она пришла почему-то. Мы-то знаем, как всегда. Это гитарист. Мы-то знаем. Потому что он там был в лагере, а я нет. Ты был в лагере? В этом тоже был. В общем, не важно. Вы поняли, главное создать дух. Но нет, так нет. Лишь бы его не испустить. Это верно. О, великий создатель звука. Мы готовы? Мы готовы. Мы готовы.
Ваню, но он ее отверг. Ива на назло ему влюбилась в Саню. Прошлый четверг, и Ваня ночью он теперь на ноги готов. Ведь понял, что значит слово «любовь». Любви признается с гитарой в окно, но вера на все отвечает. И делаем три, будто ей все равно. И Ваня плачет, он теперь на многое готов. Ведь понял он, что значит слово «любовь». Подальше отсюда. Есть. Мы поближе. Впечатлительные. А кто ничего не боится, то поближе сюда. А чем ты нас будешь впечатлять? Ау! Он будет вас впечатлять такой большой штукой. Большой штукой. Друга тут самое. Не чисти тебе. Нет. Дудкой. Нет! Хуже! Ну что, создатель звука? Мы готовы? Запускай! Yeah.
все спокойно, я вас уже. Я уже удовлетворил свою тягу к насилию. Спасибо за понимание. Ну это быстро. Скорострел. Чемпион! Нет, я просто... Чемпион! Чемпион, правильно, да, чемпион. Роза бьет на ней! Ну да. Шляпы? Шляпы сейчас? Ну еще раз набил. Не понимаешь. А вы не соскучились без гитарки? Да, набив еще разок, ребята. Надо! Всюду! А самый классный плащ в итоге у меня. Самый похожий. Ну ты же Янушка. Опа, что есть? Что? Ну что? А кто угадает, на какую песню это кавер, тот молодец. Отлично, спасибо. Ставки сделаны, ставок больше нет. О, великий создатель звука. Запускай. Yeah.
Приятно мне слушать, как Степан пытается что-то сделать, чтобы никто не понял, что за партию он играет. Я получаю от него эстетическое наслаждение. Завтра будет завтра, сегодня. А что, уже? А сейчас уже оно? Да? На самом деле нет. О, ребят, ладно. Есть ли среди вас психотерапевты? Ты бросал. Давно правда. А пациенты считаются? Считаются. Смотря какой стаж. А стаж большой. Я не психотерапевт. Врач. Среди нас есть военный врач. О, да. Где у моей гала? Это успеется. Во-первых, кстати, спасибо всем тем, кто с пониманием отнесся. И за помощь. Ему действительно лучше. В награду за это доброе отношение он надел юкату, наш Степан, который все равно большинство из вас будет продолжать называть кимоно. Но спасибо. Аригато! 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 Дорога? Дорога, дорога. Что бы это ни значило. Итак, здравствуйте. Мы в курсе вашей проблемы с нашей ассистенткой. И мы понимаем, что уже... Ко многим другим вы обращались, и ничего не вышло. Мы используем на вас один экспериментальный метод. Он называется песня-терапия. Мы сотрудничаем с одной очень хорошей группой. Вот сейчас убедимся, что все работает хорошо. Сваливай! Соль мажор. Приятно познакомиться. Так вот. Готовы? Соль мажор. Готовы? Соль мажор. Давайте. Начинаем. Ой, два, полюбят, и тебя не беспокойся. А вы, ой, два, полюбят, и тебя не беспокойся.
Слушай мой голос, я больше не могу выносить. Спасибо! Поздравляем вас, Гарц! Сколько мне говорит? 2001 год. Чего? А это еще 21-й. Да! Что, Кокер? Не знаю. Кто это? А кто это? Нашли своего. А этот, который? Хотя, зачем я настраиваю гитару? Нужно ли нас... Давайте вот философский вопрос. Нужно ли настраивать гитару? Как будет? Надо ее просто положить. Просто положи гитару и не трогай. Положить? Два варианта. Можно настроиться, можно убавить. Положи гитару. Для собственного спокойствия лучше убавить. Положить? Положи. Сейчас положи. Так не мог. Он же играет. Ну люди что, раскачались? Играем. Ладно, смотрите. Сейчас я уберу гитару. И достанешь что-то еще. Перейдусь с двумя гитарами. Ребята, нам нужны помощники, которые могут нам подыграть на этом. И наш фонер. Все будет? Стоя, давай. Желающие из зала? Ну, есть желающие? Не стесняйтесь, это не бой. Можно прямо перед сценой? Отлично, спасибо. Давай, что-то никак не было слышно, что там говорят. Не, я могу, конечно, поговорить. Вам как вообще? Да, вообще ладно. Отлично. Вы давно гуляли в академии? Вы давно гуляли в академии? О, это желтая связь. Вы в лесу были? Маньяков видели? Ага, кто-то был у маньяков. Где-то было, там их. Еще чуть-чуть. Вы знаете, как спасаться от маньяков? Ну, два как. Надо стать маньяком. Надо стать маньяком. Очень хорошая стратегия. Мне всегда помогает. Я все время иду, и меня за свою принимают. Ну, как бы, не удивиться. В таком плаще. Вы, так, гитаристы, знают, что делать? С пошариком меня узнал, да? Отлично, меня узнали пошариком. Пошаром. Итак. Ну что, все готовы? Гитаристы готовы? Все три. Тогда, о, великий создатель звука, мы готовы. Что происходит? Сексуальный маньяк. Перевес,
ждет, но только не одна. Темно, ведь и зима, мой парень ничего. Пожалуй, и его, и я, и сексуальный маньяк. Целых два клипа, один на эту песню. Ну что, на этом мы заканчиваем, получается. Еще говна дай! Не, маньяк уже не смогу. Есть несу руку в огонь, есть ржавый мангал. Что вам больше нравится? Пианино только! Так, кто за несу руку в огонь? По-моему, несу руку в огонь громче. Да! Несу ногу в мангал! Вот так и твой. Пианино, разденься! Сейчас, я понял. Там концерт. Проблемы. Концепция.
Эй! Не свою руку в огонь, пожалуйста, на бис. Увеличьтесь от этого звука. Готовы? Запускаем, да. Слушайте, смотрите, подписывайтесь. Группа НСК, если будете гуглить. Потому что группа вы нифига не найдете. Да, спасибо.
Что, нажималась? Да. Домой? Нет. По полу. Да. Вот, самурай пошел.